Меня зовут Леша Ситников, мне 22 года, я живу в Сочи. Я родился в Тихорецке, Краснодарский край. Переехал, хотелось новых впечатлений в большом городе. Вот мой дом, здесь я живу. Живу с сестрой, с ее мужем, и детишки у нее еще есть. Это кошка Мася, мой талисман. Когда приехал, просто мне провели экскурсию по городу, мне очень все понравилось. Был в восторге, как, в принципе, и сейчас до сих пор, после 5 лет, до сих пор все нравится. Несколько недель назад я наткнулся на эту акцию, «Территория Зенит» называется, проводится она футбольным клубом «Зенит» и авиакомпанией «Россия», и решил принять участие. В условиях конкурса нужно было отметить себя на карте России и оставить хорошее пожелание клубу «Зенит». Я постарался написать искреннее пожелание, и, как видите, у меня получилось. Я узнал, что выиграл в конкурсе, когда со мной связались представители авиакомпании России. Сначала я не поверил, а потом посмотрел, да, реально я выиграл. 2 года назад я вернулся с армии. Служил я в военно-морском флоте Российской Федерации, на Черноморском флоте, на крейсере «Москва». Входили в боевой поход в Сирию. Когда мы уходили в море, как бы нам сказали то, что нам нельзя рассказывать, куда мы идем, и в том числе и родным. Пришлось маме сказать то, что мы уходим в Новороссийск, и там будем в плоту стоять 6 года. 6 месяцев на судне в открытом море. Сначала как бы тяжело, но с другой стороны очень красиво. Особенно ночью, когда где-нибудь рядом с вами проходит танкер, и среди этой темноты он светится. Увлекаюсь марафонами, бегаю любительский бег, также участвую в полумарафонах, марафонах. Каждое утро бегаю минимум 5 километров. Первый полный марафон я пробежал в городе Краснодаре в 2015 году, это 42 километра. Был доволен, то, что добрался до финиша. В марафоне участвовало более 3000 человек, и я попал в 25 первых. Когда увидел уже финиш, было круто и нереальные ощущения, которые не описать. Приобщил своего соседа, тоже начинал заниматься со мной, и потихоньку тоже втянулся, и сейчас тоже бегаю. Я равняюсь на Усейна Болта, он очень много работает для того, чтобы поддерживать свою форму, и при этом еще начал играть в футбол. Я и сам играю в футбол, также собираемся на площадках, в наших стадионах домашних сочинских, и играем, и просто наслаждаемся игрой. Да, у меня в футболе не так все хорошо получается, как в беге, но мне нравится, когда я играю в футбол, я отдыхаю, и это круто. За «Зенит» я начал болеть с сезона 2007-2008, когда клуб шел к победе в Кубке УЕФА. Сейчас вообще очень нравится и прям поклонник. Да, в этом сезоне не все у команды получается, но будем верить, что в следующем сезоне все нормализуется. И в такие моменты видно, кто настоящий болельщик, а кто просто. Больше всего в жизни я хотел бы, наверное, путешествовать по разным городам, странам и не останавливаться. Через лет 40 только приехать обратно в Сочи и жить спокойно. И рассказывать, что я видел, где был. На данный момент мое самое яркое путешествие – это мы на военном корабле зашли в порт Кипра. Мы гуляли по городу там 2 дня. Очень было круто, и люди на нас смотрели и говорили: «Русские моряки». Все, давай. Поехали. Давай, удачи. Пока. В Петербурге я никогда не был. Собирался, но все никак не получалось, не было времени, а тут все это произошло, и очень круто мне. До этого я никогда не летал на пассажирских самолетах, было только 3 раза летал на военных. Здравствуйте, летим на зенитовском самолете. Здравствуйте, добро пожаловать на борт зенитолета, приятного вам полета. Спасибо. Первый полет на пассажирском самолете, получается, что авиакомпания «Россия» дает мне возможность попробовать. Все, к полету готово. Если честно, я чуть-чуть волнуюсь. Идем на взлет, «Зенит», вперед! Даже не верится, что вижу свой город с такой стороны. Я никогда не думал, что он такой красивый. О Питере я знаю то, что там большое количество музеев, также порт, Кронштадт, военная база.
На самом деле много представлений в голове, но так и не могу определиться, как именно это будет. И для меня это вообще до сих пор все неожиданно. Я выбрал 10 номер, потому что по 10 номерам всегда играют легенды. Самый яркий пример – это Шайн. Спасибо. Возможно, это будет самым ярким моим путешествием на данный момент. Из нынешнего состава «Зенита» мой любимый игрок Миха Мевля, потому что он топовый защитник, и мне нравится, как он дает интервью. Он очень веселый, смешной, крутой парень. Я хотел бы с ним познакомиться. Я даже не ожидал, что так будет круто на всю сторону. Я думал, просто съезжу на матч, посмотрю и поеду домой. Но в итоге оказалось все по-другому, вообще нереально просто, неописуемо. Давай! 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 Я хотел бы поблагодарить за эти потрясающие мои эмоции авиакомпанию России, которая предоставила прекрасный полет, мягкую посадку, и футбольный клуб «Зенит» за доставленные эмоции, за такую крутую организацию, просто, которую я не ожидал. Я запомню это, наверное, на всю жизнь. Этот матч, этот день, как я выиграл эту поездку. Привет, Кирилл. Удачи. Просто круто.